Кто там сидит? Ой. Так, там только один сидел. Труй. Ага, а где же штырик и остальные? Раз, два. А куда дели в штыря? Где сплюшка? Куда дели? Странно. Я уже пошла за табуреткой, чтобы лазить. И тут я его увидела. Штырик. Вообще, вот я уже ходила, я тут к лампе просто свет измеряла, силу света, это Келена, вот, датчик испытывала, то есть все посмотрела, сюда лазила, он вообще не шевелился. Как ты это сделал? Как? Просто я уже... Я думала, тебя уже съел кто-нибудь. Малинка, например. И шипит еще такой недовольный, типа нашли. Сорочье дерево видали когда-нибудь? Сейчас покажу. Вот оно. Так, 4 штуки улетело, осталось вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь вижу. Тут 9-е и еще улетело. А вон там галочки дерева. Деревья. Ну вот прям сколько тут сорок. По ним можно. А вон там еще внизу, в самом дереве. Короче, по ним можно направление ветра определять. Сидят, качаются. Это зеленый номер 53, который уже почти стерся с кольца. Его там почти не видно, потому что она сидела у нас. Ой. Что-то там упало. Сейчас я открою дверь. Она сидела у нас почти 2 недели в маленькой клеточке. Какое-то время после удара об стекло она просто... У нее крыло подвисало, и она летала плохо. Сейчас попробуем выпустить. И проверим, как, чего. Отлично, все. Обматерила, улетела. Летает ровно, вон она сидит. Где-то там, вон она, убежала из кадра. Ну вот это ее свисты носится там. Вот, ну в общем, ладно, зелененькое колечко, синица лазоревка. Надеюсь, у нее все будет хорошо. А у нас должно сваливаться с крыши тут все.